Студенту третьего курса Самарского кадетского корпуса МВД России Павлу Кузьменкову 28 января исполнилось 14. Пришло время получить первый главный документ гражданина России – паспорт. Вручение прошло в помещении Главного управления МВД России по Самарской области в торжественной обстановке. Это очень престижно – получать паспорт в Главном управлении Министерства внутренних дел России по Самарской области. У меня появятся какие-то новые права и обязанности. Ну, как-то более важно, наверное, будет. Я смогу устроиться на работу, например, летом, и получать официальную зарплату. На церемонии 25 кадетов и школьников. Это те, кто проявил себя в учебе, научной, спортивной, творческой деятельности. В эту важную для ребят минуту их поддерживают и сопровождают родители. Это один из этапов взросления, и я думаю, что мальчишки, девчонки сами в голове для себя что-то решают в этот период, потому что мы, родители, только поддерживаем их, помогаем им стать взрослее, а с документами они уже чувствуют себя более взрослыми, более ответственными и вступают на новую жизнь. Мероприятие организовано Главным управлением МВД России по Самарской области совместно с Самарским отделением общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых». Торжественная церемония вручения первого важного документа делается, естественно, для придания значимости, что человек является гражданином нашей великой Родины, великой страны, великой России. Чтобы каждый человек, получая паспорт, слушая гимн Российской Федерации, вместе всей большой командой его исполняя, гордился, что он является жителем Самарской области и Российской Федерации. В прошлом году в торжественной обстановке паспорта получили более 5000 детей со всей Самарской области. В этом году в планах организаторов удвоить цифру. Торжественное вручение паспортов будет проходить в каждом муниципальном образовании региона ежемесячно. Галина Топилина, Григорий Плешаков. События.